остановились на базе Black Mesa, как-то Energy Factor. В общем, какая-то станция энергетическая Black Mesa. И остановились мы на том, что тут прилетел вертолет и попросту не оставил нам выхода, как текать. Потому что реально надо его как-то уничтожить. Так, чтобы он сюда больше не появлялся. Здесь не прилетал, не появлялся, и ни духу, ни слуху его не было слышно, не видно. Так, чувак, ты где? О! Ух ты! Блин! Ай-яй-яй! Была у меня бы ракетница, я бы ему показал, тут бы хозяин. Ух ты. Блин, с откуда? На, мерзавец. На орехи. Так, помнится, тут была аптечка. Ага. Муха. Ой. Я насилую мышку сейчас. За злости к этому вертолету, который тут летает, не может успокоиться. Так, чувак. Только остынь. Так, можно было в некоторых играх вот так вот из-за дырочки вот так вот вылазишь и стреляешь в вертолеты, а тут такой не прокатывает тут. Тут надо особенный подход к этому зверю. Что, все, он улетел? И больше никогда не вернется? Ура! Даже если он улетел на время, то нам надо поспешить. Мне так и кажется, что он на время улетел. Блин. Ага, фиг там, пули не долетают вроде. Видите, чуваки двигаются, и однако они не могут выстрелить из этой дистанции. Так, сейчас на голову наведем, бах. Бах, прямой. Бах. Да что ж такое? Это чувак бессмертен. Вот так вот. Так, я думаю, этот вертолет не вернется. Потому что я его боюсь. Больше, чем смерть. Тут нам разобраться и как нам тут открыть дверки и дверки. Пустите нас, я хороший. Ага, намек понял. Не дурак, дурак бы не понял. Фак. Угораздило, да? Смотрите, какая-то, какая графика, да? Как, какое отражение, какое небо. Просто супер все сделано на уровне, однако... Блин, а что такое? А! Тут еще монстр у нас. Чувак, ты это зря. Укусил меня, блин, ребят. Засранец. Оставил мне 8 хп. Однако... Небо не двигается. Ну ладно. В принципе, выполнено это красиво и радует глаз, и это, думаю, главное. Так. По
ID, дверь должна открыться, однако не открывается. Что-то у нас под водой случилось, какое-то действие. Ну чё, прыгаем? Блин, прыгаем. О, видите? Не знаю, стоит ли туда нам идти или нет. А была не была. Ой, вообще темно, ничего не видно. Яхоу. Так. Фух, супер. Взяли аптечку. Думаю, тут она именно в тему. Так. Вроде никто нигде не стреляет. Давайте попытаемся залезть. Какие-то генераторы. Так, сюда, видимо, нам не надо. Нам надо... Даже нам надо... Мне бы знать. Но надо вперед плыть. Там попросту аптечка, ничего такого нового. Я даже сказал, мы не плывем, а именно идем. Глубина тут вообще небольшая. Полметра. По пояс, я бы сказал, воды. Ой-ой-ой, ой, это плохо. Это очень плохо. Старые товарищи. Ой. Куда вот нам именно, может, сюда? Ну хотя ладно. Думаю, нет смысла есть какую-либо трубу. Эти две трубы. Всем привет, с вами Игорь, и мы продолжаем проходить Бэкмесса. Это как бы получается двойной летсплей. Почему? Потому что у меня игра вылетела. Вылетела игрулька. Вот, блин, я не понимаю, за чего вот вылетает у меня вот этот мод. Именно вот этот мод, я не знаю. У меня вообще как-то... У меня... Может, Steam не дружит с модами, может, Fraps. Потому что... Что-то падает. Потому что просто невозможно играть, и вылетает игра. Очень печально. Так, добрались мы тут. Да. Базы. Так, за этот проводок нельзя, видно, укрепиться, подтянуться. Ну ладно. Так, давайте пополним энергию костюма нашего. Так, ну тут у нас ничего в комнате нету. Стоп, а чё? Нельзя войти. Ай-яй-яй. Нельзя почему-то войти. Давайте спустимся вниз, попробуем что-нибудь там сделать. Выход есть всегда. Так. Чёрт. Как вы видите, да, нельзя тут укрепиться, не знаю. Но, видимо, тут еще есть какой-то ход. Ага, не-не-не-не-не, это не ко мне. А, чуваки, я свой. Так, здесь закрыто, да? Тут камень ничего не разобрал. Хотя выделен, да, камень? Выделен-то такое ощущение, что его надо реально разбить. Но, увы, это не так. Так. А куда ж нам идти? Куда ж нам идти? Так, еще раз наверх. Может, что-то пропустил, недопонял и т.д. и т.п. Вот как так можно?
так. Вот. Вот так вот. Ай, тварь. А мы вот так вот. Фаталити. Ай, долбаные, блин, их тут стадо просто. Хватит пищать, выходи. Давай, кидайся туда. Хорошо полетело. Прям на вторую. На вторую свинку прям кинули. Так. Ой-ой-ой. Так, там еще одна бегает. Блин, неуловимые свиньи. Я не знал, что так свиньи быстро бегают. Так, тут у нас не работает. Патронов нету. О, тут открывается. Однако... А, закрыли нам нас здесь. Нас здесь, я думал... Еще пойти там снаружи полазить, ну ладно. Эх, придется так. Ну, назад пути нету. А, точно пути нету. Что там трендиты? Трендиты, я по-вашему не понимать. Да. Ну это не задача. Опять сотни солдат и опять за мной охотятся. Что вам от меня надо, а? На. Вот так вот. Да. Второй давай. Есть. Вроде в голову, да? Перед нами какой-то бункер, лянтиковый шарик. Это комплекс какой-то. Типа изучение неба. Ой, блин, небо, космоса там, с телескопа. Еще такие штуки используют. Комплекс наблюдения, что ли. Так, там что-то открылось. Ага. Еще сотня. Сотня солдат, блин. На. Не, я сюда еще не готов, дайте мне аптечку и я пойду дальше. Точнее, две. Две вполне хватит. Вот так. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, спасибо. Так, так, так. Это все нам пригодится. Так, не понял. Что за фигня? Куда мне вообще надо идти? А, сюда. Точно. Точно, точно. Точнее, не бывает просто. О, гранат сколько. Я думаю, вы намек поняли, да? Это минное поле, и нам надо использовать гранаты, чтобы пройти через него. Ух ты. Ух ты. Ага, там не маленько. Ну-ка, этот чувак нам покажет. Я думаю, надо следовать за этим чуваком, да? Не убивать его, а идти за ним. Эй, чувак, ты лишний. Ты лишний, ты это понимаешь? А! Черт. Не получился на план. Задумка не удалась. Окей. Так, стоп. Мы не договаривались так. А, давай. Так. А куда же теперь нам? Туда, да? Там какой-то спуск. И все. Ладно, давайте вот так вот кинем гранату. Кинем, кинем. Ты. А вот так вот. А, видите, вот мины. А, все видно их. Я думал, просто их не видно. Блин. А!
Ух ты, я чуть не подорвался. Так, надо аккуратно быть. Блин. А! Блин, атакуют со всех сторон. На. Короче, надо брать оружие и по-умному все делать, я уже задолбался. Сегодня я с вами играть не хочу вообще. Просто надоели появляться. Поэтому убивать их не хочется вообще. Так, я думаю, наверх все-таки нам надо. Давайте сохранимся на всякий случай. Сам Бог велел. А, так, я думаю, мы на правильном пути. Опа. Ну, залезай. Не понял, что не залезай, отляньте. А, ляньте, оно так прорисовано, что нельзя залезть. Не сюда, значит. А куда? И зачем я вообще сюда лез? Зачем я сюда шел? Зря я тратил силы. Ну ладно, я пипун вытащу. Тогда же нам нужно идти. Сейчас расчистим пути. Как снайпер. Ай, чуваки. Блин, задолбали. Я думал, я уже с ними не встречусь, но однако. Ладно. Фиг на них, я все вижу. Опа. Красота. Что ж тогда делать? А, подорвался. Подорвался нечаянно, простите, извините. А что делать? Что нам делать? Тут-то? Кто мне расскажет, кто... Так, вот так вот кидаем, короче, проще будет. Ба-ба-ба-ба. Еще раз. Бах-бах-бах-бах. Вот так вот. А, опять появились. На. Они меня просто до смерти зажрут. Так. Одна граната осталась. Оба. И мы вернулись обратно. А какого... Извините за выражение. Понял. Я вообще ничего не понял. Вообще не понимающий, отстал в этой жизни, чувак. Что за фигня такая? Так, разобраться надо, что тут делать? Что тут, твою мать, делать? Опять же смотрим под ноги. Блин, а шо ж тогда делать, а? Если запрыгнуть, вот я перепрыгиваю, да? Блин, а? Сейчас перепрыгну. Может это глюк, может какой-то был. Но я все равно не могу перелезть. Вот видите, перепрыгиваю и чё? Ничего. Однако дальше, смотрите, там какие-то двери. Не могу я запрыгнуть сюда, ну никак. Пусть меня даже возле виска стул поставил. А, о! Что-то я что-то слепой такой, блин. О! Наверху такая дорога, типа протоптана, да? Есть. Вот. Блин.
Ну ищу что-то, ё-моё. Все нормально. Я думаю, просто ну много входов, куда можно идти, и тем не менее только один доступен, и именно в один нужно ход идти. В общем, я уже запутался, ужас. Катакомбы, блин, лабиринты. Хуже этого Darksiders, кстати, честно. Не, ну в плане того, что да, мыслить, то эта игра лучше, наоборот. Пейзажики, да? Скребители у нас тут появились. Ух ты, гляньте, как да, красиво. Ой. У меня аж голова кружится. Так. Я думаю, тут надо пропрыгать нам. Я знаю, как вы это любите, я тоже это люблю. Я еще люблю вот этих чуваков, которые, не знаю, что тут забыли. Они стоят специально, ждут меня. Так. Ай-яй-яй. А я, кстати, хорошо грохнулся. Опа. Я же говорил. Я хорошо грохнулся, и мне, конечно, не поздоровилось. Очень даже не поздоровилось. Так, надо сейчас опередить этого солдата. Раз. Вас. Блин, все равно смотрите. Все равно мне оставили. Что за фигня? Кто не стреляет? Опа. Блин, ужас. Какие зануды, а? 9 хп. Я думал, это же слизняк, который жрет нас, притягивая наше тело вверх. Так, черт. Какого хера? А! Блин, надо бежать. Это бежать некуда. Столько хп вообще оставили. Ну, блин, пожалели бы меня. Не знаю. Снэк, контрольный в голову, да? Сейчас мы их натянем. Блин, промазал. А, не, не промазал. Однако попал я в одного чувака, но меня все равно убивают. Потому что, блин, мне на один выстрел просто хватает меня и все. Блин, ну вообще не знаю, как тут с таким запасом, конечно, здоровья. Ой. Это еще хуже. Сейчас, если я ничего не... Бляха-муха, я просек фишку тут одну, но... Не знаю, поможет ли она сейчас мне. Пойди должна. Блять. Так, короче. Сделаем вот так вот, по-умному все. По-умному спустимся и по-умному слезем, да. Подожди-ка, стоп. Стоп, не то. Не то совсем. Эх. Да, поля мои родные. Так, рассмотреть. Что за марки там самолет? Да ё-моё, почему ты не можешь гранату кинуть? А, стоп, это же наоборот, не надо спускаться. Ё! Ух ты, лихо он со мной. Даже очень сильно лихо. Блин, я уже задолбался реально вот проходить это место. Это очень сложно, очень.
Я бы сказал, невозможно. Так, стоп, сохранимся. И гоу, гоу, гоу. А-а-а. Блин, нет, надо сейчас поумно опять. Делать все на ум, по уму, по уму. По уму. По уму. Так, чувак. Аккуратно, не кипятись. А! Все. Камасутра. И так, тут еще какой-то чувак. А, сучка. Ну бей меня, давай, прибей, прибей. Убей меня, убей меня. Я даже заполчу тебе. Блин, а. Блин, а. Блин, а. Блин, а. Сука. Не, ну вот как тут, я не знаю вообще. 100 раз буду проходить, отвечаю. Да я отвечаю, Славик. Бляха мне. Вот это да, вот это хедшот, вот это хэты. Оп, оп. Все, идем, бежим, бежим. Все, вот с такими хп, я думаю, можно пройти. Что мы сейчас и попытаемся сделать. Попытаем счастье. Чувак, ты еще не перезарядился. Тогда мы идем к вам. Новая реклама от... От ХЗ кого? Кто-то снизу вот стрелял на меня. Сучки. Вылазь, Леопольд. Однако сейчас я бы их двоих убил, но снизу стреляют, все равно палят, мерзавцы. Надо просто. Просто совести нет. Так, чувак, ты забежал куда-то? Ага. Вот они стреляют. Вот один, вот второй. И где-то должен быть третий. Ладно. Прятки захотели поиграть, ребятки. Так, стоп, у меня же есть этот нубомет. Он тут пригодится. Вот так вот, гляньте, тело полетело. Ой-ой-ой, там еще снизу кто-то палит. Причем так... Причем снайпер, видимо, блин, я херею, как они так попадают. Читеры. Так, как мне перепрыгнуть? Чувак, ты мне поможешь перепрыгнуть? Только мне хавать не надо, хавать не надо. Это так было задумано или... Или... Слышим топот. Чей-то топот. Кто-то топает, как слон. Ну, долго я буду черный экран наблюдать. А, нет, это так не надо. Тю. А выглядело реалистично, согласитесь. Я прям поверил, как в двух умер. О, просто разнесло на части чувака. Ёб твою мать. Все, не мать я, не мать. Даже мокрого следа, собственно, от него не осталось. Нубомет, мой любимый нубомет. Бляга, муха. Я сам как нубомет. Ой. Я вообще, это вообще западня какая-то. Это хуже, чем Макс Пейн на высоком уровне играть. Я имею в виду третью часть именно Макс Пейна. Это еще хуже. Ясно. Вроде так
посмотришь, вроде с виду обычная стрелялка. Перепроходить доводится энное колоду раз, причем всякие макспейны по сложности просто сосут. Вот. Так. Как тут можно раздолбить, может, что, я не знаю, чтобы как-то тут слезть. Блин, вот это задача, да? Я так думаю, я... Бляха-муха, я ничего не думаю. Я делаю. Блин, я сохранился или нет? Я уже не помню, честно. Блин, я не сохранился. Твою девять. А, не, я сохранился. Правда, вот этих двоих не убил. Сейчас мы убьем. Вот так. Минус два. Так. Давайте попробуем сделать вот так вот. Бляха. Кстати, у меня не получилось. Блин, долго летит. Не это предстоит больше времени ждать, пока он летит, а не пока загрузится. Это казусы какие. Так, а может наоборот? О, по трубе. Это нихера. Па. Куда он вообще упал? Там текстуры даже не прорисованы были. Вообще. Жесть-то какая. Блин, опять. Мне надо вот как-то упасть, и чтоб как-то сюда, как-то задеться, я не знаю. Надо вот на самый низ лететь. Вот именно прыгнуть и на самый низ. О, сейчас появилась у меня, зародилась идея одна. Однако я не знаю, это будет. Так, вот. Вот так вот. О, чувак. Нет. О. А, бляха-муха. Вот, я понял как. Просто от стены надо, вот он летит. Вот. Он от стены ж не ударяется, получается. ХП меньше не становится. И. Вот. Так. Сейчас поднимемся. Попробуем. Так, чувак. Чувак, ты меня сюда сбросишь. Хотя смысл был. Блин, нужно было сразу так. Нет, смысла нету, да. Нас надо. Надо, чтобы именно вот нас подловили внизу. Бррр, я запутался уже. Так, сейчас. Поднимаемся. И. Блин, нет, все равно. Он падает, не в сторону, не в какую-нибудь сторону, а именно просто падает. Блин. Сегодня не твой рыбный день. Блин, нет, все равно, смотрите, все равно я умираю. Это просто нехватка ХП идет. Сука, было бы у меня больше ХП, я бы не умирал. Может как-то договоримся, чувак. Ладно, в общем, на этом все, я уже задолбался. Я вот как пройду и сразу запишу летсплей. С вами был Игорь, удачного дня, пока-пока.